Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать в мое новое видео. Это информационное видео для тех, кто подписан на мой телеграм-канал, ссылка на который есть в описании. Потому что там происходит много разных движух, там я набираю всякие фотки для видосов, повтори за мной и многое-многое другое. Если ты не подписан, то обязательно подпишись и досматривай это видео до конца, потому что оно будет полезное. Итак, я навел порядок во всех своих группах, повтори за мной, обзор ФБ, в чате и в своем канале тоже, везде понаводил порядок, там новые превьюшки, там все красиво оформлено, почищены все группы полностью подчистую. И теперь переходим к изменениям. Группа «Повтори за мной». Теперь у вас не будет возможности бездумно спамить просто разную какую-то чушь, чепухню, разные видео, фотки, тексты и всякое такое. Мусора там не будет. Теперь для того, чтобы получить доступ к тому, чтобы отправлять сообщения, видео, в данном случае, в группу «Повтори за мной», чтобы я потом отбирал эти видео и повторял, вам нужно будет пройти отбор и стать частью моей команды, команды моего канала, которая будет мне давать видосы для повторения, качественные, правильно оформленные, в которых будут трюки разных уровней, и высоких, и низких, чтобы видео были интересны. Отбираться все участники «Повтори за мной» будут очень тщательно. Я создал отдельный аккаунт для ваших заявок, как предложка своего рода. Туда вы будете отправлять правильно оформленное видео, с правильно оформленной информацией, хорошего качества и не рандомными трюками. Это очень важно. Я понимаю, что есть много сейчас разных ребят, которые только начинают кататься, и они такие: а мы тоже хотим, но мы не пройдем отбор, мы не попадем. Подтяните свой уровень. По всем правилам оформьте видео. Если вы все сделаете правильно, причин не попасть ко мне в команду я не вижу. Но всякое может быть. Четко всегда читайте и думайте, что написано, потому что только по вот этому пути можно будет стать частью моего канала. Я ищу адекватных людей, которым нравится фингерборд, которые периодически будут скидывать интересные видосы, креативные, с разным уровнем катания. И опять же, правильно оформленный. Я уже 500-й раз говорю об этом, потому что это очень важно. Если вы скинете правильно оформленное видео, я его сразу найду и увижу. И таким образом, являясь частью моей команды, команды этого канала, вы будете чаще появляться на моем канале. Возможно, зрители будут вас узнавать, если у вас будет какой-то ник, например, и много будет видосов «Повтори за мной» с вашими трюками, люди вас будут узнавать. И кто знает, потом мы с вами можем записать Game of Skate, например, или что-то такого типа. Все можно, если сделать правильно, да? Все возможно. Но если вы пройдете отбор, а потом будете писать всякую чепухню и спамить сообщения, вы сразу отправляетесь в бан. Если вы проходите отбор через дополнительный аккаунт, я отсматриваю вашу заявку, все хорошо, я готов вас взять в свою команду, вы получаете статус админа в группе «Повтори за мной» с возможностью отправлять сообщения. Вы не сможете менять группу и все такое. Но возможно, опять же, на перспективу вы сможете стать админом этой группы и отбирать видосы для меня. Но пока что вы становитесь человеком со статусом админа в группе «Повтори за мной» и имеете возможность отправлять видосы бесконечно и без каких-либо лимитов. Если вы не прошли отбор, вы все равно остаетесь участником группы «Повтори за мной», вы все равно на нее подписаны, вас не банят, вы можете наблюдать, какие там есть видосы, какие видосы выкладываются, какие, возможно, будут на канале. Возможно, вы сможете ставить реакции, но с этим мне надо разобраться, потому что я уже немножко старый для вот этих всех новых технологий. Вот, это все, что касается «Повтори за мной». Все будет продублировано у меня в телеграм-канале, в группе «Повтори за мной». Всегда читайте, не бесите. Читайте правильно, четко, внимательно все, что там написано. Оценка фингербордов. Эта группа остается без изменений, но в эту группу можно будет высылать фотки только тогда, когда будет набор на эту рубрику. Потому что иначе там происходит просто такой трешняк, что потом приходится полностью чистить чат, чтобы как-то избавиться от этой вот всей вот этого грязи и болота вот этого всего. Я понимаю, что очень много ссылок разных, телеграм-каналы, дополнительные страницы, «Повтори за мной», и обзоры, и всего много, но мы с вами вместе до этого дошли. Мы вместе доросли до того, что у нас есть такая рубрика, такая, и отдельно есть на это все наборы, что меня очень радует. Мне тоже не хочется вот этих всех ссылок и всего остального, но это единственный способ поддерживать порядок в этих всех группах и не напрягать админов, чтобы они 24/7 там сидели и это все рассматривали. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал. Вот тут вот я напишу, как он называется, и ссылка есть в описании, потому что там потихоньку начинается движуха, у меня потихоньку появляется желание этим всем заниматься именно чуть-чуть более целенаправленно, да, вы видите, порядок наводится, понемножку рубрики трансформируются в что-то более классное за все время существования канала. Благодаря вам, благодаря мне, всем спасибо за просмотр и всем удачи. Пока-пока. Ссылки в описании и вот там все внизу ссылки.